Ну, он же дитя ремонта. Утепляем пол. Потом USB, потом линолеум. И сейчас, значит, тема такая. Тут подвал у нас. Думали, как его вырезать. Ну, во-первых, утеплитель отмерили. Ну, утеплители, где подвал заканчивается, да, с двух сторон люк. Вот, потом отмерили, ножичком утеплители вырезали, закрепили по периметру. Сейчас главная проблема, как в USB вырезать люк. Решили положить. Также по тем меткам на люке, люк, естественно, замерить, закрепить только шурупами к люку, потом поднять и уже вместе с люком выпилить его полностью. Сейчас посмотрим, что получится. Оказалось, что на стыке получается два листа. Этот придется так выпиливать сейчас. А здесь уже тем способом попробуем. 20 у нас были, 25 вчера пилили, да, сейчас попробуем, как оно по USB будет пилить. Так. Ломать кусками. Думаешь, я попробую. Тоже Америку открыл для себя. Когда притягиваю, вот, например, USB, чтобы шурупы не торчали, да, чтобы линолеум не рвать потом. Вот такое вот сверло таким засверливаю сначала. Получается два плюса. Во-первых, образуется потай, куда шляпка уходит. Ну, 2 миллиметра примерно. И во-вторых, чем лучше вот это, чем по металлу тоже можно сверлить, в принципе. Что сразу образуется вот этим пером конус, да, отверстие, куда шурупчик раз вставил, легче закручивать. Так что таким сверлом гораздо лучше. Ну-ка, жена мне учит, как делать. Давай, говори. Вот мы. Ну, поднимаешь с люком, а потом люк вот так выпиливаешь. Да? Ну давай. Пришурупили к люку, сейчас будем пробовать. Это дедовы сапоги, или мои. Ну вот, короче, с люком подняли. Сейчас раз и по люку выпилим. Все должно получиться. О, картошечка проросла. Надо ее курям отдать. Но он не хочет домой. Пуня хочет на ручки. Дитя ремонта. Так, вот тут пропилили вертикальные полосочки. Получилось... Ну, криво, потому что по доскам, по вот этим, доски криво лежат. Вот. Поэтому по контуру досок получалось. Даже чуть-чуть равнял. Так, сейчас пробую вот здесь запиливаться. То есть, в принципе, только циркуляркой можно повторить и стамеской электрической. Вот. Лобзиком сюда не подлезешь. Ну, на, сейчас попробую. Снимай, как пила будет. Положили, выпилили. Кунтик заценил. Сейчас будем остальное класть.